Это Bethesda Underground. Вкусное зло. Меня зовут Масахиро Изуми. Я дизайнер звуков. Меня попросили показать вам, как мы создаем звуковые эффекты для противников. Извините, все ужасно заняты. А поскольку я тут самый последний по рангу, вот мне и пришлось. Сегодня мы будем записывать звук, когда вас кусает один из зомби. У меня тут в студии много всякой еды. Я попросил только говяжий фарш и арбуз, но они зачем-то притащили все это. О, сочный! Выглядит вкусно, правда? Ну что, приступим? Вкусно! Зефирки? И что мне с ними делать? Приятного аппетита! Вкусно! Дальше у нас японские картофельные чипсы. Наверное, такие же, как и в Америке. Чипсы? Калорийные. Ему часто так много есть приходится? Вот почему я толстый. Мне еще надо есть. Это тонко нарезанная лапша коньяку. Японская лапуша. Сначала я помну ее руками. Хороший звук. И, конечно, пищу выбрасывать нехорошо. Хорошие сегодня звуки получились. Я так наелся, что не могу больше. Лопну сейчас. Время монтажа. Вот звук поедания дыни. Давайте прогоним его через это. И прослушаем еще раз в замедленном темпе. А теперь попробуем вот с этим. Следующие картофельные чипсы. Этот звук хорошо лег, давайте добавим к нему. А вот лапша коньяку. Соберем их вместе и... Озвучено студией Art Voice. Вкусно!